Я в истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос. Когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в Каи. 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 Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым. Мол, в жизни моей все хорошо, в моем рюкзаке пару маек, носки. И пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знает, я не был таким, а значит, и у вас получится.